Дорогие друзья, кто смотрит мои сторис, сейчас вот в новой сети FreeGram, раньше в старой сети, тоже с грамм называлась. Я рассказывала о том, что я не очень люблю ходить в салоны красоты, на маникюры, ну вот на педикюры я иногда хожу и хожу стричься. А так я вообще маникюры делаю дома, да, то есть вот. Обратите внимание, не очень, конечно, там качественно его делаю, да, но чем мне нравится, я могу менять лак хоть каждый день. У меня дома есть такая вот машинка от Oriflame, очень удобная. Здесь есть несколько насадок и шлифовочные насадки, которые и ногтевую пластинку обрабатывают и так далее. Ну и есть вот такая коробочка заветная из-под обуви. И у меня здесь вот такое богатство. У меня практически вот все последние коллекции лаков Oriflame. Я могу выбрать абсолютно любой лак. Я, во-первых, если говорить уж, да, жидкости для снятия лака, я обожаю нашу жидкость для снятия лака Oriflame и уже использую ее. Она у меня вот и в ванной, и вот я из ванной перенесла флакончик сюда, положила, чтобы в одном месте все было. И здесь есть, да, то есть и про запас взято, вот тут свежие, тут вот видите, заканчивается уже. То есть я где-то начинаю в каком-нибудь углу квартиры, да, и оставляю там ее. Ну и что еще у меня есть? Есть вот такие кисти. Можно рисовать, но я, к сожалению, не умею рисовать. Да, в принципе, мне это и не нужно. Есть кисть для того, чтобы почистить там, да, после того, как лак нанесен, если где-то я там заехала. Есть разные уходовые средства еще за руками, но я потом об этом отдельно расскажу. А сейчас я вам немножко покажу, какие коллекции лаков у меня есть. Кстати, это практически они достаточно, ну, такие свежие коллекции, да. То есть вот есть коллекция Gloss in Wear. Это что, с погодой, что ли, связано? Есть вот такая гель с эффектом гелевого покрытия. То есть видите, разные, много очень, много-много разных цветов. У меня, если вот лаки появляются в коллекции, я сразу все покупаю. Да, то есть, конечно, которые мне не подходят, я иногда дарю. Вот в этой коллекции, например, 3 лака было, я себе 2 оставила. Сейчас вот новенькая коллекция, да, появилась. Да, то есть вот такой лак, вот такой, вот такой. И, по-моему, 4-й был еще. Я его куда-то, наверное, в другое место убрала. Есть у меня такие вот всякие летние оттенки, красивые там, да, то есть много. Если вам интересно, вы напишите в комментариях. Я с удовольствием вам все оттенки покажу, какие вам захочется. Ну и вот это здесь вот этот раздел с сушкой идет, да, то есть тут всякие уходовые средства. Это вот покрытие после нанесения лака. Причем я беру их несколько штук сразу же про запас, чтобы они у меня были. Видите, это вот покрытие гель, которое улучшает, да, стойкость лака. Ну и так, в принципе, стойкий, хороший лак. Вот это, кстати, лак. У меня никакого покрытия сверху не нанесено. Просто 2 слоя лака. Да, то есть вот... Накрасила я их вчера вечером, сегодня я там и голову мыла, и посуду мыла. Ну, ничего, нормально. Если правильно наносить, то ничего не скалывается и даже без всяких вот этих закрепителей хорошо носится. Вот такое покрытие матовое. То есть сверху ноготь покрываете, и он становится матовым. Вот такие блесточки уже жалко. Вот сейчас вот золотые блестки появились, а мне вот хочется вот снова, чтобы серебряные вернули. Эти золотые вот такие. Это топовое покрытие идет. На лак можно наносить. Получается прям вообще вау эффект. Так, вот такое вот покрытие. Видите, я прям беру по нескольку штук, чтобы вот иногда же бывает, знаете, раз и закончилось. Я беру сразу несколько, чтобы у меня было. Это вот еще из стареньких. Это вот для быстрой сушки покрытие идет. Это вот матирующее тоже, видите. Я редко им пользуюсь, я больше люблю блестючки. Это вот тоже для быстрой сушки. Вот тоже какие-то вот варианты. Так, есть у меня еще такая вот пилочка.
Пилочка четырехсторонняя, она, ну, через какое-то время выходит из строя, так скажем, да, я ее заменяю, потому что потом они вот эти все начинают отслаиваться. Ну, то есть это уже, ну, так скажем, когда уж, ну, несколько лет, например, да, она служит. Вот я в офисе помню, у нас одна была, ой, прям такая древняя пилка. Ну, и есть у меня еще ванночка для того, чтобы ногти размягчать. Но сейчас вот с этим аппаратом я практически ванночку не делаю. Да? То есть вот этот аппарат, он убирает. Вот. И, кстати, кутикулу я где-то здесь тут вот обрезала. Потому что там у меня есть один ноготь, там нарастает сильно. А так вот, например, я ничего не обрезаю, никакую кутикулу. Вот, то есть я ее так отодвигаю аккуратненько. И использую еще разные масла по уходу за ногтями, именно вот за кутикулой. То есть они лежат у меня в другом, в другой косметичке, в уходовой. То есть вот поэтому я не хожу ни в какие салоны красоты, потому что именно вот делать лаки на ногтях, я люблю их менять. Я могу каждый день, например, да, то есть мне захотелось, я растерла быстренько, лаки стираются хорошо, и нанесла какой-то другой. Это очень удобно, если меняешь одежду, можно и менять лаки.